привет! Вот уже и праздник Хэллоуин совсем близко! Даже привидения по дому летают. Да. Да. А наша Соня защищает нас от злых духов, потому что в Древнем Египте кошки защищали от злых духов и были символом. Страшно? Да. А мы как раз, ребята, собрались сделать открытку на Хэллоуин. Привидения. Ребята, напишите в комментариях, какие вы делали поделки на Хэллоуин. А если вы не готовы еще к празднику Хэллоуин, то заходите на наш канал. У нас есть плейлист, там, где мы делали много-много поделок разных на Хэллоуин. Для этого нам понадобится линейка, карандаш, ножницы, циркуль и ластик. Нам булки не надо! А еще нам понадобится два листа вот такой бумаги, белый и черный, чтобы сделать свое привидение. Подпишись на канал, а то мы тут паутиной заросли. На белом листе бумаги сверху и снизу отмечаем по 9 сантиметров. Затем складываем по меткам. От сгиба отмеряем 6 сантиметров сверху и снизу. Сгибаем. Получается сложенная напополам открытка. У вас должно получиться вот так. На первом сгибе снизу отмеряем 9 сантиметров вверх. Чертим точку. Циркуль выставляем на 5 сантиметров. И из нашей точки чертим окружность. Вот это расстояние не трогаем. Нам нужно вырезать круг не до конца. Вот эти части мы оставляем. Остальную половину круга вырезаем полностью. Получается вот так. Далее циркуль выставляем на 4,5 сантиметра и рисуем окружность, но только на черной бумаге. Вырезаем. Это будет первый глаз нашего привидения. Приклеиваем. Еще отмеряем 2,7 сантиметра. Чертим круг только белого цвета, но из него нам нужно сделать будет овал. Вырезаем, приклеиваем. Чертим небольшой кружок, вырезаем, приклеиваем. Это наш зрачок. Что же еще? А, да, нам не хватает еще два глаза. Отмеряем 4,5 сантиметра, чертим черный круг, вырезаем, примеряем. Все подходит, приклеиваем. Это наши глазки привидения. Нам нужно сделать белый овал и зрачок. Вот так. Все это дело вырезаем, намазываем клеем и приклеиваем. Теперь у нас два глаза, ну а нам нужно три. Третий будет вот здесь. Отмеряем 4 сантиметра и примеряем. Приклеиваем. Наш белый круглый носик приклеиваем с помощью двустороннего скотча. Вот здесь. А это наш ротик. Мы его сделали вот таким. Осталось только приклеить. Намазываем клеем и приклеиваем. Правда красиво? Вот здесь мы будем писать слово «бу» на английском. Еще нам осталось доделать глаз. Ну и что-нибудь сюда. Делаем белый овал и черный зрачок. С помощью черного маркера пишем наше слово. А на буквы мы будем наклеивать глазки. Нам нужны 4 глазика. Приклеиваем. Получилось просто класс! Ну вот, наша открытка привидения на Хэллоуин готова! Ура! Она у нас сюрпризом! Да! Напишите в комментариях, ребята, кого вам эта открытка напоминает, какого привидения? Мне Каспера! Да, это наше домашнее привидение будет. Ставьте нам лайки за открытку, подписывайтесь на наш канал. Пока! Пока! Ну вот, наша готовка.